В общем, ребята, это вторая часть моего вечера. Я сделала уроки. Сейчас расстегиваю эту штуку, фигню. Вот, мне стало жарко. Не знаю, почему мне каждый вечер, когда я ужинаю или кормлю улиток, становится жарко. В общем, сейчас буду всех своих питомцев кормить. Барсику я уже наложила гречку с сосисочкой. Вот. И сейчас буду всех своих животных кормить. У кого-то тут мордочка торчит. Вот, фулики опять, наверное, в анхе спят. Себе тоже наложила. Сейчас буду все разогревать. И в это время, когда будет все разогреваться, я покормлю улиток, которых успею. Потом, естественно, на следующих. Как я уже сказала в первой части, нам завтра к первому уроку. Давайте сразу я разложу улиток, чтобы они все выползли на свежий воздух. Вот. И, как я сказала, нам к первому уроку, поэтому я сразу сейчас собрала портфель. Вот, чтобы завтра время утром не тратить и ничего не забыть. Вот. Сейчас буду измерять всех своих улиток, писать данные в блокнотик. И потом я обещала в Телеграм выложить, сколько кто сантиметров. Так, Манюня у нас ушла минут 10 назад, 15 на улицу. Теперь уходит Барсик. Вот. Давай, Барсик. Прям жестко его приспичило идти на улицу, но пусть идет. Иди, давай, пока на улице светло. Из-за снега. Давай. Вау, посмотрите, какая красота у нас на улице. Вот такая красотичка. Давай, Барсик. Молодец. Вот, смотрите. Давай, давай, иди, иди, погуляй, иди. Стоп, не бойся. Ох. Смотрите, смотрите, смотрите. Побаивается немного снега. Но пошел. Блин, скиминский свет выключился. Смотрите, прям какие сосульки висят. Все, он ушел. На улице у нас прям кайф. У меня, кстати, упала вчера гирлянда. Вот. И думаю, управлять ее не буду. Пусть теперь что будет. Вот. Хочу перевесить на выходных. Вот. По-другому. Вот так она у меня упала. Вот. Где там Барсика? Нет? Нашу Барсика. Нет, Барсика нет, он сядет сам. Пошел все-таки гулять. И мне кажется, что он на улице не ходит сейчас в туалет, потому что снег, он еще не понимает. А последний раз он снег видел год назад. Ну как год назад? 8 месяцев назад. Вот. Мне приготовилось покушать. Сейчас я нарежу все улиточкам. Даже не знаю, что еще буду им давать. Вот. И как-то проходит вот так мой вечер. Желаю вам всем спокойной ночи, хороших снов и всем пока.